Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Черепашки-ниндзя-легенды. Ну что же, у нас закончился турнир, и мы забираем свой приз. Так, мастер 3 звезды. И что же нам тут достанется? Так, 50 ДНК на Рафаэля оригинального, 90 золотых осколков и 75 платиновых. Ну что, друзья мои, приступим к бусту, пожалуй. Так, зайдем и глянем, что у нас будет за испытание на этой неделе. Так, а вот это уже круто. Друзья мои, усиление технодрома, где мы сможем с тобой фармить, естественно, Кренга, который нам нужен. Девичья сила, довольно легкое испытание, но, тем не менее, оно мне нужно, потому что здесь есть Шинигами и Кунаичи. Так, плюсик. А, классическая бойня. Ну, как же без нее, друзья мои. Бибоп и Рокстеди — это те самые персонажи, которые нам очень сильно нужны. Плюс еще классический Шреддер и Крэнк. Ну, это вообще топчик. Ну что же, а приступим мы, пожалуй, с тобой с арены. Это, как говорится, наше все. И смотри, кто у нас будет на этой неделе разыгрываться. Конечно же, Донателло Ролевой. Именно он мне тоже нужен, потому что он не прапанный полностью. Так что поехали. Откатик был буквально 10 минут назад, так что мы с тобой попали, так сказать, в самый топчик. Ну что, вижу здесь 11-11, и, пожалуй-ка, мы, наверное, приступим. Так, я не буду здесь брать своих супер-пупер-солдат. Возьмем, естественно, легеньких и начнем. И пол игры. А какие пол игры? Мы, наверное, все пройдем на одном дыхании, даже без откатов. Я на это надеюсь. Ну что же, давай, наверное, муху. Кстати, ты заметь, что, по-моему, когда мы начинаем с тобой бустить, у нас одна и та же команда выпадает при первом поединке. Конечно, я могу что-то попутать, но такое впечатление, что Бакстер Муха, обязательно там Бибоп есть, и обязательно там есть этот, вместо Бакстера Стокмана, Рокстеди. Вот я заметил, вот какая-то вот одинаковая тенденция идет. Ладно, не имеет значения, ребята. Мы с вами на Лиге Воинов 2 звезды. Давай-ка попробуем вытащить с собой 11-12. Я этого... Вот, видишь? Если очень сильно захотеть попросить, то игра, так сказать, благосклонна еще будет к нам. Но это до поры до времени. Ну что же, ребята, давайте посмотрим. Здесь у нас Хан, Лео и Нейтрализатор. Ну, естественно, я начну, наверное, а вот так вот. С массовой атаки. Думал, сейчас поодиночке буду. А шиш вам. Всех положит, интересно. Угу. Всех, кроме Лео. Ну-ка. Все, четенько. Что-то какие-то подлагивания у нас, ты не заметил? А я вот что-то заметил, и мне это не очень нравится. Так, ну что. Воин 3 звезды, как с куста, ребята. 83-я позиция. Продолжаем. Так, 11-12. А дадут мне, интересно, 12-13. Вряд ли. Ну, я так просто хотел навскидочку, может быть, вдруг получилось бы, но нет. Хотя да, ребята, 12-13, ё-моё. Ты посмотри-ка, как у нас с тобой сегодня все круто получается. Давай возьмем вот этих вот наших бойцов. Тут у нас и Шреддер классический, плюс еще и Крэнк, ё-моё. Вылез, как говорится, из другого измерения. Ну что, мы с тобой вызываем болванов, балбесов, ну как хочешь их называй. Все, этого было достаточно, чтобы выиграть здесь схватку. Даже для меня неожиданно, если честно. Но, тем не менее, факт есть факт. Двигаемся дальше. И да, мы с тобой переходим в элиту. 81-я позиция. Слушай, мне нравится, как мы сегодня с тобой идем. Кстати, у нас с тобой 113 монет, мы, соответственно, можем с тобой... приобрести ДНК на наших персонажей. Давай, наверное, не будем рисковать. Возьмем 12-13. Потому что мы можем с собой только в понижение пойти, но не в повышение. Раз, два, три, четыре. Ну и, как ты понимаешь, еще пока 4 персонажа. У нас буст не по полной программе. Еще, как говорится, не раздухарился. Вот когда будет 5-5, тогда, естественно, все будет по максималке. Ну что, с массовой атаки начнем, естественно, Донателло. Ролевик хоба, и минус двоечку он сделал, красавчик. Так, хочу вот этим ударом сделать. Ну, мне очень нравится. Такой деловой, ты видел, да? Он шмальнул со своего бластера, его откинул и сложил ручки, такой, знаешь, типа поза победителя. Вот так вот. Ну что же, на самом деле поза победителя, они все тут заслужили победу. Ну, а мы с тобой двигаемся дальше. И да, элита 2 звезды. Вот это круто.
Правда, 98 позиция, а это говорит о том, что сейчас мы немножечко притормозим. Притормозим в плане того, что мы уже не перейдем на следующий ранг, а скорее всего просто немножко повысимся. Ну да ничего страшного. Это, ребята, это нормально, так и должно быть. Не все же время нам с первой, как говорится, битвы пролетать аж целый ранг. Это слишком, как говорится, круто для нас. Ну-ка давай-ка, маузеры, шмальните разочек. Так, ну неплохо. Крис Брэдфорд упал. Теперь давай-ка мы с тобой попробуем уложить Бакстера Стокмана. Да, все великолепно. И ультразвук. Красавчик. Ну что же, как ты видишь, Кирби нам в этом деле помог, и мы с тобой двигаемся дальше. Так, друзья мои, сегодня у меня рабочая смена, вы это прекрасно знаете, да? Так что видосик будет сегодня только лишь один по черепашкам. Но завтра у меня будет выходной. Так что будем рубиться. Так, 13-15 берем и... Кого бы нам тут... А что я тут думаю? Конечно же, самый хвост берем. Все, уже 5 персонажей у нас с тобой участвуют в поединке. То есть, как говорится, полный разогрев уже пошел. Ну что, Рафаэль, давай, жги. Так, Крис Брэдфорд что-то постоянно падает. Так, выпускаем дрона. Шикарно. Ну и Макмана добивает Кунаичи. Все, изумительно. Ну, а мы с тобой продолжаем поединки и двигаемся дальше. Сейчас должны, по-моему, перейти на следующий ранг. Да, конечно, элита 3 звезды. А 24-я позиция, то есть уже самурайчики, как говорится, дышат нам в спину. В плане, тут 12-14, а тут сразу 13-16. А почему такой офигенный перескок? 13-16. Не 13-15, а 13-16. Замечательно. Нет, ребят, я нисколечко не против, просто немножко как-то удивлен. Ладно. Ну что, давай отжигать, бросаем бомбочку туда им. Для, как говорится, затравочки. Да, бомбочка это фигня. Слушай, как бы мне тут не свалиться ненароком. Так, нам понизили защиту. Давай, наверное, мы с тобой сделаем повышение защиты. Вот так вот. Лео, жги Масуху. Ну, неплохо, неплохо. Так, здесь мы, наверное, с тобой все-таки вот так вот сделаем пощечину этому Крису Брэдфорду. Потом попробуем убрать с тобой Шреддера. Получится интересно, Майки? Красавчик. Так, теперь давай-ка с разбегу снесем с тобой Рокстеди вражеского. Ну и отлично, остается лишь Донателло здесь, который нам ничего не сделает. А вот мы ему сделаем очень даже неприятно. Все, ребята, как видишь, прошли. Ну что, самураи, конечно же, самураи. Хотелось бы, конечно, сегодня, друзья, пройти полностью события дракона всадники Олуха. Может быть, я все-таки зайду после черепашек. Блин, ну я пойду на работу не выспавшийся. Это плохо. Буду как сова там себя... Нет, сова себя чувствует хорошо ночью, а я буду себя как сонливый жаворонок или кто он там у нас. В общем, сонливым буду ходить. Так, ну что ж, давай попробуем тогда сделать вот так. Мондагека. Ай-яй-яй, я думал, мы его сможем завамбить. А, нифига не вышло. Нате вам балл. Теперь сделаем массовую атаку. Ты смотри-ка, а? А если я вот так сделаю? Все великолепно. Ну что же, перейдем с тобой, интересно, мы в самурае 2 звезды или же нет? Мне бы очень сильно этого хотелось. Итак, да, мы переходим. Ну, 89-я позиция, как ты видишь. А это говорит о том, что нам нужно будет сделать 2 поединка для того, чтобы перейти в самурая 3 звезды. И как ты видишь, 14-17. Неплохой буст, мы действительно с тобой рвем когти здесь по полной программе. Ну и противники нам тоже достаются здесь такие довольно уже серьезные. Я даже не знаю, сможем ли мы здесь с тобой их одолеть. Очень опасно, не забывай, что у них прокачаны скиллы по максималке, в отличие от меня. Так, ну что же, сделаем, наверное, для начала вот так вот. Да что за подлагивание, я не могу понять. Так, минус Крис Брэдфорд. Давай, наверное, ускорим нашу команду. Окей. Теперь, я думаю, может быть, взять все-таки... Давай провокацию возьмем.
Да что за подлагивание, друзья? Так, теперь еще одну провокацию. Плюс замедляшку вешаем. Руку заблокирую. Ну, это ерунда, ребят. На самом деле, ничего страшного здесь нету. Да что ж ты, Ванюша. Ага, гранату бросает. Ну, попробуем его наказать. Минус. Так, хилочка нам, я думаю, пока не нужна. Давай-ка бросим с тобой эту палицу. Выжила. Удар. Теперь. Да что такое-то, а? Давай сделаем хил. Вот так вот. Ага, Донателло выпендривается. Ну что, шипы? Конечно же. Слабо. Тынь-тынь. Готов, партизан. Ну что, какую? Я думаю, сейчас где-то позиция 40-я, 50-я. Это 100% должна быть. А ну-ка смотрим. 24-я даже. Ну ничего себе. Ну это же круто, ребята, круто. 14-18. Наивысший пока что я вижу. Персонажи у нас, к сожалению, кончаются потихоньку. Но я думаю, мы еще дадим им, как говорится, пороху, да, нюхнуть. Давай-ка я, наверное, возьму здесь вот так. Хотелось бы, конечно, на равных сыграть с ними, но это рискованно. Поэтому мы сделаем с тобой вот так. Массовую атаку. Да что ж такое, слабо, очень слабо. Хан выпендривается. Так, этот делает очищение. Я, правда, не знаю, чего он тут очищается. Вроде бы все нормально. Минус хан, шикарно. Так, теперь либо волну, либо провокацию. Я думаю, что лучше сделать волну, как по мне. Замечательно. Так, теперь сделаем гидрант. И остается лишь Лео завалить. Все. Слушай, ну у Рафаэля гидрант этот вот удар довольно-таки мощный, ты заметил? Есть смысл его качать. Ну, все массовые атаки очень мощные. И мы с тобой на самураях 3 звезды, 75-я позиция. То есть, наверное, еще 2 поединка надо будет все-таки сделать. И тогда мы уже перескочим. Так, я, наверное, не буду рисковать. Все-таки 14-18 неплохой, как говорится, результат для нас. И тут у нас 46-й, 45-й уровни. Если я возьму... По идее, мы должны здесь выиграть. Но проблема в том, что здесь есть Майки и Пиццелицей. Точнее, не Пиццелицей, а Макман, да. И вот они почему-то меня очень сильно здесь смущают. Попробуем дебафнуть. Так, отличный дебаф. Теперь я, наверное, все-таки Майки попробую огреть. Не упал. Айси вот так вот. Так, мой Майки добивает. Теперь давай, наверное, сюда пробивным. Ай-яй-яй, не добили. Сейчас они начнут, ну, естественно, баф от сплинтера. Так, а мы с собой галушку вот эту бросим туда. Четенько. Так, вот этот опасный, ребята, удар у Макмана. Очень опасный, когда он именно разбегается и делает серию ударов. Поэтому надо быть всегда аккуратным. Я, наверное, все-таки захиляюсь. Это уж, поверь, лишним не будет. Дальше. Ать-ать, не добили. Что ж такое, а если так? Красавчик. Ну, а теперь давай вот так вот сделаем. Ах ты, Макман. Ах ты, жучара ты несчастный. Давай массовой атакой сделаем. Слабо как-то. Но зато мы с тобой завалили Макмана. От постепенного урона он, ребята, скончался. Ну и сплинтер, соответственно, тоже. И давай-ка посмотрим, какое мы место с тобой возьмем. Наверное, 30-е. Может быть, 20-е. Мне кажется, 30-ка будет. 25-е. Среднее между 20-ой и 30-ой. Да? Ну, а мы с тобой продолжаем. И здесь я вижу 15-19. Шикарно. Я, знаешь, что думаю? Возьмем, наверное, с тобой вот одного Змейковьюна. Раз, два, три, четыре. Почему Змейковьюна взял, ребят? Ну, потому что уже уровень, ты посмотри, у них 47-й, почти 50-й. Они по сравнению со мной... будут очень сильно бомбить. Так, а вот этот удар я хотел глянуть. Вау, 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 вау. Тыдыч. Ну так себе, без прокачки не особо сильно, да? Окей. Так, теперь понижаем атаку. Кого-то даже убрали. Да не кого-то, а троих снесли. И Майкер Левой добивает
Я думал, он всех добьет. Нет. Ну, Урокул уже тут ничего не сделает. Он даже попасть не может. А мы его уничтожаем. И, по идее, должны перейти с тобой на следующий ранг. Давай проверим. Да, да, друзья мои, мы с вами в сёгунах. Просто шик. Сёгуны 74 ранг и 15-20, как ты видишь. Здесь уже можно брать, в принципе, любого. Возьмем Лео, потому что нам все равно их отыгрывать надо. То есть, как ты понимаешь, одна вертушка, и они все в Атрубоне. Потом там у нас будет Армагон, а потом в конце вообще самый топовый. Но, видишь, здесь немножечко мы подзадержались. Обычно мы к концу игры где-то уже в мастера... Ой, в мастерах. В Лиге Сёгунов две звезды. Где-то ближе к трем. А здесь... А здесь ты сам видишь, как получается все. Хотя, еще поединок, и мы с тобой в Лиге Сёгунов две звезды. Возможно, я, ребята, опережаю события. Возможно, я недооцениваю наших ребят, и это зря. И их еще здесь очень много, кстати. Так что зря я, наверное, паникую и наговариваю на них. Все должно быть хорошо. Ну что, Армагоша, давай вперед и с песней. Продвигай нашу команду. Конечно же, он продвигает. Это для него никакая не проблема, ребята. Просто смеясь в лицо своим врагам, он швырнул им валун и ехидно улыбнулся. Потому что он прекрасно знает, что здесь он всех разнесет. Ну, а мы тем временем с тобой уже в сёгунах две звезды. Представляешь, если мы с тобой зайдем в три звезды сёгуны, это вообще будет шикарно, но маловероятно. Так, 15-21 не хотят давать, да? То есть 15-20 это максимум, что они мне могут позволить. Да, не хотят. Нет, если долго рулить, может быть, конечно, и дадут. Может быть. Но это нам придется очень долго рулить. Вы устанете, и я устану. Поэтому давай тогда соглашаться с тем, что есть. Берем с тобой Усаги. Раз, два, три. Эти ребята сами по себе довольно неплохие. Могут, в принципе, даже без Усаги справиться. Но в любом случае нам их куда-то придется тратить. Поэтому я и взял его в поединок в этот. Ну что, делаем вертушку. Вертушка на казушка. Ну-ка. Всех отправили на боковую, чтобы они нам, как говорится, не мешали. Ну, великолепно, что я могу сказать. Какое место? 50-е? 43-е. Окей, я не против. Я не против, друзья. Вот, 16-21. Здесь уже возьмем с тобой Шредера. А тут уже все, остатки роскоши. То есть у нас получается сколько? Один поединок еще впереди, да? Слушай, по-моему, мы зайдем с тобой все-таки в Лигу Сёгунов три звезды. Что-то мне подсказывает сердце. Ну-ка. Тыдич. Этого было достаточно, чтобы их отправить на покой. Ну, а мы с тобой двигаемся. Сейчас все зависит от того, какое мы место возьмем. И уже, в принципе, будет нетрудно подсчитать, сможем ли мы с тобой преодолеть эту планочку или нет. Да, конечно, сможем, ребят. Ну, о чем речь? Уже почти смогли, там не хватило чуть-чуть. Так, вот, 16-21. Завершающий бой. Блин, у нас даже два персонажа не отыгранных. Так что будет еще один поединок. Так уж и быть, я потрачу откаты. Мне несложно. Так, влупляем сюда. Почти Бакстера завалили муху. Бросаем с тобой бомбочку. Угу. Карайка тут со своим копишком лезет. Минус Крис. И минус или нет? Да, ребят, и минус все остальные. Ну что, берем с тобой двух персонажей и три с отката. А, три с отката не получится. Потому что у нас нет трех откатов, прикинь. Но мы с тобой можем сделать как? Выполнить задание. Так, пройти серию испытаний. Поехали, быстренько с тобой Шеймин там просто пробежимся. Возьмем вот этих вот оригиналов. Сразу, как говорится, им накатим маленечко, да, и пойдем делать все остальное. Тут все будет легко. Раньше я их очень сильно боялся, но на самом деле они были имбовые. До жути. А теперь мы их разбираем шутя. Видишь, о чем я и говорил. Так, Майки будет падать, нет? Нет, не стал.
Ну, тогда тройной кусик ему в помощь. И все, он, ребята, распластается сейчас. Окей. Так, здесь можно, в принципе, сделать вертушку. А вертушка-то их не подбила. Так, берет провокацию. Плюс уклонение. Кстати, очень такое крутое провокация с уклонением, что сразу и не пробьешь ты. Так, давай попробуем усаги. Раз. Да, неудачно. А так, если... Все, Лео довыпендривался и... Уничтожили мы Рафаэля. Прикольненько. Так, ну что, прошли мы с тобой серию испытаний. Теперь нам нужно поискать, да, некоторые элементы. Естественно, эти элементы будут у нас на нейтрализаторы. Мы с ними закончились. Если не ошибаюсь, там, по-моему, ящики с инструментами или что? Да, ящики с инструментами. 7 штук, ребята. 6. Так, 5. 4. 3. 2. 1. И последний, да? Все. Так, и прокачиваем, друзья мои, до второй ступени ему хвост-телепорт. Так, дальше что у нас тут? Ага. Слизезащитные очки, 8 комиксов и 12 номеров. Так, у нас задание, по-моему, еще не выполнено, да? А, выполнено, все, выполнили мы с тобой. Тогда забираем награды. Раз, два. Поднять уровень персонажа. А, я в 10 боях еще не сразился. Так, секунду. В 10 боях я еще не сразился, да? Ладно, давай тогда сделаем. Сюда, мимо. Опять мимо. Телескоп этот все выпадает мне, вредило несчастное. Забрали. И поднять уровень персонажа. Ну, кого? Естественно, кто в самом низу у нас? И это Донателло. Вот так вот. 53 уровень имеет Донателльчик наш. Классический. Так, ну вот. 7 откатиков, как ты говорится, есть. И нам нужно с тобой сделать... Тьфу ты, куда я иду-то? И нам нужно с тобой сделать последний поединок. Выбираем с тобой 16-22, конечно же. Берем Усаги, берем с собой Армагона, берем Шреддера и этих двух отстающих. Все. Ну что тут сейчас будет? Усаги, а, Шреддер, Усаги. Нет, наоборот, вначале Усаги, потом все-таки Шреддер. Ну давай, крути-верти. Так, теперь Шреддер. Ну, в принципе, что ему тут? Он добивает их всех по красоте. Вот, в принципе, и все. Друзья мои, удачный, я тебе могу сказать, буст сегодня получился. Просто удачный. И мы с тобой, ну, практически оказались в Лиге Мастеров. Нам чуть-чуть не хватило. Мы могли бы, конечно, с тобой сделать еще один откатик. Или, может быть, откатить 4 бойца и точно бы попали. Но, еще раз повторяю, этого делать не стоит. Тем более в первый день. Так, что у нас еще есть? Что мы можем сделать? По порядку давай. Ну, осколки я набью уже за кадром. Испытания мы с тобой будем проходить уже завтра. А у нас... Так, задания выполнены. Есть пиццы, кстати, очень много. Может быть, нам ее потратить, а? Пиццу. На поиски, а? Как раз норма будет. Давай, наверное, так и сделаем. Так, и будем мы с тобой искать вот эти вот очки. Но нам выпадает только телескоп. О, слизи защитные очки выпали. Раз, два. Нужно 5, да? Раз, два. И все. И пошел телескоп, как говорится, да? Телескоп, мутаген, телескоп, мутаген. И так и буду сейчас разыгрывать. Зашибись. Так, я уже со счету сбился. Так, подожди, сколько? По-моему, 4, да, мы нашли? Да, 4, еще нужен последний, 5. Все. Так, ну что, 5 этих нашли. Комиксы теперь. Поехали искать комиксы. А пицца кончается, все. Закончилось.
Теперь идем с тобой в магазин. У нас жетончики есть. Так, подожди, подожди, предметы. Так, ну тут разделилось ваше мнение. Кто-то за Шинигами топит, кто-то за Шредера. Я буду за Шредера, ребят. Потому что за большинство пошло. Хотя кто-то говорит, Вуди говорит, Шинигами прокачивай. Ну, типа, и у нее больше ДНК. Но, ребят, не знаю. И Шинигами, и Шредер у нас на этих неделях разыгрываются в событиях. Так, ну а по этим пока тут поздно что-то думать. 85 всего лишь жетонов. Ну а на этом я, пожалуй, буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!